В Астане прошло первое заседание Ассоциации экологических организаций Казахстана, которую возглавляет Алия Назарбаева. Участники, депутаты парламента, представители НПО, госорганов и международных организаций обсудили проблемы окружающей среды. Отмечалось, что ассоциация, в которую входит 30 ведущих организаций, займется вопросами совершенствования экологического законодательства. Кроме того, в планах у ассоциации сотрудничества с ОБСЕ уже в следующем году она примет участие в разработке стратегии низкоуглеродного развития и продвижения в Казахстане зеленой экономики.